Что бы в этой жизни вы ни делали, вы подыхаете, вы все подыхаете. Холушки, амигос, я приветствую вас на розыгрыше бесполезного дерьма в лотереи под названием «Гнездо удачи». И у нас первый, он же единственный участник. Бросайте в гнездо окаменевшую какашку. Выкинуть до дна. Напоминаю, что суперприз в этой лотерее – это кнут, который способен ушатать короля Вендрика на скорую руку. И первый приз – мерцающий титанит. Бегемоты волнуются, публика ликует. Как под тобой бревно-то не сломалось? Мне кажется, этот бегемот исполняет что-то типа джиги, смотрите, опа. Две шаги налево, две шаги направо, а мы кидаем следующее окаменевшее дерьмо. Сколько у меня всего окаменевшего здесь? Бля, он все-таки не звергся с этой... Дотоптался, доходил. И спиритический трезубец. Обалденно тупая вещь, просто полное говно, которое накладывает на вас... Баф ровно на 3 секунды методом танца. Вы дотанцевать-то не успеете, когда этот бонус с вас уже спадет. И сейчас. И вот радостный танец от обладателя этой волшебной херни. Ура, товарищи, ура! Редкость этого предмета граничит только с его бесполезностью. Кидайте следующую монетку. Я беру время подумать. Так, что это у нас там? Кусок титанита. Отличный обмен. Один кусок дерьма на один кусок титанита. Пользуйтесь нашим обменным пунктом в гнезде. И еще один спиритический трезубец. Ура, товарищи! Теперь я... Просто двойной Нептун на барабане. Теперь можно играть Нептуна на детских утренниках. Боже, у меня два зуба дракона. Напоминаю, что в игре можно собрать челюсть дракона из его зубов. Но еще более редкая херня. Это, конечно, 2-3 зубца. Обладать ими мог только... Ох, какая, смотрите. Один удар, 6 дырок. Отличная комбо. Сколько дамага. Идеально подходит, чтобы чесать задницу всяким крутым мобом. Просто, блядь. Что, сколько осталось у меня? Еще 5 окаменевших какашек. Надеюсь, что фортуна улыбнется. Мерцающий титанит. Отлично. Ни одного за игру я не потратил, но никогда не откажусь от еще большего количества этого бесполезного предмета. Что еще? Да заткнись ты ж, господи. Белое кольцо! Отлично! Когда вы вторгаетесь к кому-то в мир с целью надрать ему задницу, вы можете надеть это кольцо и выглядеть как белый фантом. И если в том случае, если тот, к кому вы вторгнулись, полный мудила, он не поймет и не заметит никакой разницы, что вдруг кто-то оказался в его мире и враждебно настроен. Вы будете его убивать, а он не будет сопротивляться. Наверное, такая была задумка у создателей этой игры. А что сейчас? Повесил меч за спину, а щит держал в двух руках. Это новая стойка. Ей владели только клерики, тетраграмматоны и я. И последний... Три окаменевших говна всего остается. И вот старый кнут. Вот он. Джекпот, товарищи. Джекпот. Но я думаю, что на этом не буду останавливаться. И выберу сектор приз на барабане. Еще что-нибудь. Еще хочу чего-нибудь. Отлично! Мерцающий титанит. Как раз то, что я хотел. Еще бывает демоническая дубина. И больше, собственно, не бывает ни хрена. Но вот эти гладкие шелковистые камни и камешки, и каменюшки тоже подходят для того, чтобы кидать их в это ссаное гнездо. Кусок титанита! Да заткнись ты нахрен уже, блин. Ну-ка, что... О боже. А нахера это? Для восстановления здоровья. Вот я лох. Ну-ка. Душа гордого рыцаря, пошла ты в жопу. Теперь главное не упасть. 146 тысяч душ на дороге-то не валяются.
Душа безымянного солдата. Я хранитель душ. Блять, это что было? Нахрен. Нахрен такие кувырки. Случайно задел кнопку. Так, сейчас надо донести, самое сложное, донести эти богатые, это огромное количество душ через гопницкое ущелье, где тебя могут гопнуть и все отжать до прокачки левела, а потом, кстати, надо заточить кнут. А, ну да, прежде чем я пойду ласкать задницу старого короля этой бичующей плеткой, нужно еще собрать душ гигантов. Хренову гору, у меня пока только одна, еще 4 нужно, иначе ни один кнут сотрется по самую ручку об его старую задницу, прежде чем он отъедет, отчалит. Так, что у меня есть за кнуты? Давайте выберем поистине королевский кнут для королевской задницы. А, кнут, шипастый кнут и старый кнут. Давайте посмотрим. Так, на поле боя таким редко пользуются. Кнут хорош против ногой плоти, но бесполезен против врагов в доспехах. Напоминаю, что король Венрик ходит в одних трусах, и вряд ли они защищают его задницу. Твою мать, не то нажал. Айн моментус. Шипованный кнут наносит 102 урона, еще меньше, но обладает эффектами кровотечения, разрывает кожу, кровотечение. Кнут хорош против ногой плоти. Отлично, да ёб же, что налево, что за управление-то. И старый кнут, старый закалки. Аж 233 урона, скейл Б от ловкости. И он усиливает атаки против полых. А Вендрик еще и полый ко всему. Так что старый кнут, вот выбор королевской задницы, будет гребать. А может, я двумя кнутами могу владеть? Это же будет просто полный кнутай, из, как у этого из Mortal Kombat, у Такеды. Отбускать короля по 40-та. Ну а ну-ка. Что это он? Нет, двумя кнутами. А-та-та! А прыжка нету, да? Усиленного. А что это он делает? А, он основным оружием выбирает то, что в левой руке. Какая глупость, боже мой. А, видимо, эти кнуты нужны только исключительно для того, чтобы бить Вендрика по его заднице. Потому что больше никого этим кнутом, никого из одетых в трусы сильных персонажей здесь нету. А обычных бомжей можно убивать вообще голыми руками, им кнут не нужен. Так, давайте усилим вот этот кнут. Посмотрим, сколько будет дамага. Где он? Мерцающим титанитом он точится. Господи, на какой хрен? Ладно, плевать. Гулять так гулять, танцуют все. Господи, это подорвало мои запасы титанита просто нахер, блин, вообще. И теперь 350 плюс 66. Да. Хуйня какая-то. Такое то самое чувство, когда выкинул кучу мерцающего титанита просто, блядь, со скалы. Но тут есть какие-то бонусы по полым, по одетым в трусы. У меча-то этого нету. Ой, а можно этот кнут еще зачаровать на что-нибудь пойти? У него скейлы все равно дерьмовые. А, где тут кузница? Вот она. Блин, 140 тысяч душ надо же потратить было. Куда ты, господи? Может, ловкость прокачать скейл-то у кнута? Да не, нахрен. Реклама топорика меня вообще радует под конец игры. Я, блин, думаю, чем пойти убить, блядь, короля. Он топориком, иди его приласкай. Да, закалить оружие. Как можно старый кнут вообще закалить на что-либо? Оу. 402 можно выжать урона. Какое-то тупое, блин, честно говоря, это грубое оружие. Тут, ну, реально тупизна. Во-первых, пропадет половина бонуса. Они всего 50 дамага добавляют. Бонус плюс... у меня и так был бонус плюс 60. Он пропадет. И, короче, просто вообще нахуй смысла нету, блядь, тащить оружие на грубое. Вот конкретно, может быть, этот кнут, может... Чары. Чары, блядь, вообще пиздатая заточка. Она вообще нихуя не дает. А, она дает скейл от магии, да, который у меня нету. Ну и, конечно же... Что? Пусть простое, просто превратить оружие в кусок дерьма. Кровотечение нахер. Яд говно. Тьма.
Я думаю, что вот волшебным кнутаем я его буду ласкать его ягодицы. Это будет магия порнографии просто. А это что за обморок стоит? Просто Д'Артаньян какой-то, смотрите, усатый. Ух, буденовец. С щитом этой хранителя трона или кого там. Щит хранителя трона. А, я его еще не убил. Черт. Там классный щит, он мало весит. Он вообще путевая пушка. В смысле, путевый щит. Лучше, чем тот кусок дерьма, который я ношу. Блин, черт, надо их пойти грохнуть. Так, силушки мне богатырской, навалите-ка, пожалуйста. А, и физику я хотел. Хотя нет, нахер мне физик. Да, вес-то увеличится, я смогу носить свой арбалет. Да, в жопу. Вдруг я переоденусь в какие-нибудь легкие тряпочки. Что-нибудь легкое. Так, ну и надо начать отстрел гигантов, я считаю. Отстрел гигантов надо начать, блядь, с вот этих гигантов, которые хитрожопо спрятаны. Я не понимаю вообще, какой хер было прятать боссов так глубоко в задницу. Просто чисто случайно мог кто-то заметить вот то, что там есть внизу выступ. Остальные, да, вынуждены, видимо, мочить короля, располагая четырьмя душами, потому что эти, ну, считайте, что не найти, грубо говоря. Он кто-то надпись. Блять, да что ж тебе надо-то? Пошла отсюда, пошла отсюда. Так. Я же говорил, что с огненными стрелами здесь прям хорошо проходить вот этот момент. Где вот они торчат? Вот там, наверное, сидит. Нет. Блять, а что не загорелось-то? Ты что, охерела? Вот. Сука, всех... Во-во-во-во-во, пошла гореть. Видите, она даже сейчас наверх не вылезет, так и сдохнет там. Тварь обосранная. Чердык? Ай, блядь, да пошла ты. Вот поэтому, если не можете тут пройти по какой-то причине... Блядь. Этот елдак еще вылез. А кто это тут призывается? Робкий Рэй. Блядь, опять ты. Сука, ты мне должен, блядь. Пошел помогать мне быстро, нахрен. Тот, блядь, мразоподобный, блядь, говноед, который меня подставил в прошлой серии. Я сдох из-за него. Если вдруг кто-то забыл. Мерцающий титанит. А, обломок. Обломки здесь падают. Так, а где-то тут еще лучник призывался, нет? Ха. Лут неподобранный. Отстойно, что меня травануло. Ладно, мне надо... Тайная тропа. Это не тайная тропа, это, блядь, охуевшая тропа. Ай, блин. И напоследок мне еще в щишки плюнули. Открыть. Заперто. А чем мне ее, блядь, открыть-то? Ёптать, елдой своей отковыривать, что ли? Не понял вообще. Что-то там наёбка какая-то, по-моему. Ну, не знаю. Не, это смертельная высота, это однозначно. Какой-то умник... Зацепился там, сука, за скалу и написал на ней что-то. Это все. А вход, сука, к гигантам, блядь, здесь. Но какого художника? Он, сука, закрыт, блядь. Чё за херня тут напридумано? Блин, открыто ж было всегда. Бля, я... Это что было? А, Робкий Рэй бьет статуи. Блять, хоть кого-то он бьет. А, нет, это гиганты с той стороны двери стучатся, наверное. А, нет, это Робкого Рэя кто-то пиздехает. Ну ладно, пошел он в жопу, надо его выгнать нахрен. Не знаю, блять, что с этой хуйней, почему она, блять. Куда эти тупые разработчики опять запиздякали ключ этот? Вот игра хорошая, ничего не скажешь, блять, но разработчики... Просто нахуй гандоны. Как можно просто вот эту мудятину, блядь, делать так, что просто
нужен, есть закрытая дверь, а ключ он где угодно, блядь, в игре. В какой-нибудь куче дерьма, в дальнем углу, блядь, забытой цитадели, в которую вход еще хуй найдешь. Вот так, блядь. Это политика игра, они так делают, им похуй. Животные. И что мне делать, блядь, с четырьмя душами? Хули я это сделаю с этим Венриком, если у него 8 защиты останется. Восьмикратная, вернее. Или как там эта формула работает? Блядь, дебилы, сука. Мы изменили игру, мы закрыли все двери, блядь, на ключи, а ключи спрятали. Ха-ха-ха-ха, блядь. Пошел вон, шутенок. Так, надо тебе же вспоминать, дети, блядь. Ааа, блядь. Надо вспоминать, где деревья, я хотел сказать, стоят эти долбанные, в которых там воспоминания эти гребаные. Да-да-да, пошел в жопу. Просто некогда отвлекаться на вас. Да. Ой, с одного удара. Надеюсь, преследователь-то хоть не хочет напасть очередной раз. Юбилейный 25-й за игру. Вот, вот он, гигант. Что-то что големы, что гиганты, у них одни и те же лица, смотри, одинаковые. Что-то какой-то живучий, нет? А этот что там увидел? Чувак, я доспехи уже забрал, можешь там не рыскать. Валенок, блин. И мы отправляемся... О, этот надо использовать. Воспоминания гиганта. Не помню, как их зовут. Тут как-то у них имена какие-то дебильные конкретно. Орм, орб какие-то такие. И где-то в одной из этих трех воспоминаний живет сучий босс. Настоящая... Саная огромная, блядь, махина, которая просто чисто случайно тебя может растоптать. Слава, оружие, но подумай хорошенько, чего оружие? Какое оружие? Ну, я так понимаю, мы перенеслись на какое-то время назад в этой, блядь, крепости. И тут опять полы, а кого еще, кто еще тут мог быть? Ёб твою мать, а что это пехотинцы такие мощные стали? Отличный удар. Я считаю, что этот... Блин, да это какого хрен-то? Я думаю, что эта катапульта должна ломать стену, нет? Огонь. Да. Непонятно, каким хреном она вообще-то тут стоит, она ничего не делает. А, вот оно что. А теперь-то можно. А то же я же не могу подойти теперь вот так вот щитом просто шмякнуть. Еще камень Фароса надо. Ага. Ах, аппетит у игры. Посмотрите, мой меч сломан уже до половины. Нихуя себе арбалет, я хочу сказать. Трех стрел убил меня в тяжелой броне, плюс я щитом закрылся. Да, видимо, в этих воспоминаниях им похеру, какая у меня броня, они просто наносят столько урона, сколько должны наносить. Мне вообще кажется, что это основной принцип этой игры, что здесь броня, она, блядь, иногда мне кажется, что она вообще ни на что не влияет. То есть броня не дает ничего, кроме брони и резистов, но они, блядь, в иных ситуациях просто вообще бесполезно. Хуй знает, как объяснить. Короче, я негодую, мне не нравится эта хуйня. И как, блядь, уходить от той ловушки, интересно? Три раза кувырок юзнуть, что ли? Блядь, вообще охуительно. Д-
Да, пошли в жопу. Мне кажется, что в этой игре мобы должны респауниться ровно 3 раза. Вот ты 3 раза сдох от костра, прошел, всех убил, все, хватит. Потому что это заебывает бить одних и тех же уродов в одних и тех же местах. Да. Видели мы эту, блядь, заставку вашу ссаную. Интересно, оружие именно в воспоминании у меня так разломалось, или пока я шел сюда? Я же что-то не заметил. Но я впервые вижу, чтобы реально за убийство, блядь, 3-4 бомжей просто меч изнашивался. А, подождите-ка. А этот камень Фароса, наверное, разминирует, да, ловушку? Я правильно понял? Что-то же он уже должен сделать. Хуительно. А, он меня что убил, а я прыгнул туда, к этой хуйне, и она меня пильнула. Блять, какой я молодец. А нахуя я камень-то сюда вставил? Душа героя, ёпта. А, нет, она урона не наносит, меня стрелы убили. Здесь нашлась призрачная стена. Но непонятно-то, зачем я вставлял. Да какой полый, но друг? Кто тут полый, но друг? Может, они имели в виду мимик, но враг? Нет? Стальные. Вау, вот, классный сет. Выглядит хорошо. Но под конец игры он нахер не нужен. Я про него, по-моему, еще в первой серии говорил. Вспоминал, что смотрится хорошо. Че, все? Больше ничего. Странное место. Так, по-моему, этот сет тяжелый. Очень тяжелый. А брони как говно дает. О. Пам. Просто рыцарь, блядь. Ну, может, заточить можно, я не знаю, эту хрень обычными титанитами. Стальные. 8 аж весят, да ну нахуй. Чушь какая-то. Ну да. Это конкретная тяжесть какая-то. Конкретная тяжесть без конкретной брони вообще. Не знаю, для чего. Блять, меня это пугает уже. Вот забудешь одного, он тебе в спину выстрелит. Так, а мне наверх надо было или вниз, что-то не врубаюсь. Ой, там гиганты. Мне нужны гиганты. Не такие обычные бичи. Такое чувство, что здесь гиганты воюют с нежитью. Но вот эти рыцари как будто еще живые, по-моему, нет? А хер его знает. Если бы человечность падала, было понятно. А еще здесь лежала огромная пика. Которой теперь здесь нет. Да ёб твою мать. Да ёб же ж ты. Кто стреляет? Катапульты сами стреляют, что теперь? Душа отважного воина. Это... А, вон. Вот у того гиганта душа. Чё это? А, сука. Падла. Блять. Тут за раз-то все не отыщешь, я так понимаю, да? Куда он рассеивается? Никуда он не рассеивается. Вот она, душа гиганта. И убивать никого не надо.
Осталовиста, сучка. А пусть стреляет, он серьезнее целиться не может. Не попадет же. Ты быстрее можешь лезть, блять. Сейчас сдохнуть не хватало. Душа гордого рыцаря, отлично, вау. И я ушел. Рано ушел. Мне интересно, что они в тот тайник положили вместо огромной пики, поэтому придется еще раз, видимо, туда сходить. О, здрасте. Как и не убивал их, смотрите. Я пройду. Бесполезные. Так, а если я пойду в другую сторону, то там будет спуск вниз, во дворе, куда я только что спустился сверху. Вот так вот, по-моему. А, еще здесь, по-моему, сидит этот. С мечом-то хрен, которого можно добить и забрать у него шлем. Или нет? Что-то мне подсказывает, что лучше здесь им не мешать. Они сами разберутся. Потому что вот этот вот в юбке очень силен, мне кажется. А вот этого можно скрысить. Ой, они черепаху вдвоем запинали, да ну нахуй. До свидания. Пошли вы, ребята. Ой, там что-то выпало. В него попадают из катапульт. Это плюс. Сейчас они его посильнее измордуют. Панцирный шлем, понятно. Ой, вот и нету катапультов. Видите, блядь, как меч сломался об его жирную, блядь, гигантскую жопу. Просто три удара и... Ай, черт, херово. Чё? А, надпись. Хм. Как обычно, содержательно. Да, до охерения информативно. Так, угу. Сука, а чем же драться-то? Мой проверенный маленький мечик. Что-то как жизни куда-то исчезают в неизвестном направлении постоянно. Блять. И исчез. Вот так, сука, да, ударил и съебался. Подлый говноед, блин. Так, здесь сейчас будут, сука, гиганты. Которых мне без меча убивать вообще, сука, нечем. Я думаю, пошли они в жопу, я считаю. Господи боже. Блять, мимо кассы. А хуй знает, как сюда прыгать, блять, в эту хуйню. А, блядь, так стоит вообще по пиздатому, блядь, откровенно говоря, что... Я не знаю, какой уёбок мог нахуй вообще такую хуйню придумать, блядь. Это же нахуй вообще пиздец мозгов, блядь, не должно быть нахуй. Пустая голова нужна, она, блядь, только такие... Выдает такие гениальные, блядь, идеи, как нахуй в игре, где прыжок просто уёбищен, заставлять людей прыгать. Пидорасы, блядь. Эти разработчики, нахуй. Я просто не ебу, может там, блядь, хуй знает, меч дракона теперь, блядь, нарисованный лежит. Раньше там, сука, огромная пика была, это я хорошо помню. И другого туда, блядь, пути, насколько я знаю, нет. Нахуй пошли оба, блядь, заебали. Теперь там еще 40 душ лежит, отлично, блядь. Супер, нахуй, мотивация, блядь. То есть мне теперь надо снизу пройти, блядь, потом наверх залезть, поверху пройти. Что может быть лучше-то? Ой, блядь. Ну давай ты, господи, что ты бежишь-то, блядь, как пленный. Да-да-да, видел уже, нахуй, не бесите. Куртка странника, куртка сранника это. Это такая, типа, битва идет, что аж, блядь, люстры шатаются на третьем этаже. А, я на первом появился. Блядь, черепаху-то убейте нахер, она мне нужна. Главное, кто бы кого не убил, души я получаю, что мне нравится. Ой, черепаха, бля, проигрывает вообще нещадно. Ну почему мимо? Блядь, да какое говно нахуй, а?
Отчетливо видно удар, блядь, по лежачему гиганту. Который, блядь, мне не засчитывают. Зато по мне пиздюли засчитываются просто на ура. Пошел в жопу. Почему никто не стреляет в этого урода гигантского? Вот там два таких внизу ходят. А где моя душа? А, она наверху. Я ж сверху упал. Блядь, дерьмо собачье. Ой, ёб твою мать. Сейчас я хер забью, вообще туда прыгать не буду. Вот чем дело кончится. Кстати, вот этот стальной сет похож на тот, в чем там эти стражи драконов ходят. А гиганты тоже, у них и маги есть, и не маги. Отлично. Отвали отсюда. Не обращай на меня внимания, конечно, такое. Чисто на всякий случай убиваю. Тот сдох, гигант. Нет, вон он, смотрите. Хулиганит. Мой малыш. Куда он, блядь, съёбся, говнюк? Хорошая попытка, чел. Но, видимо, нет, да? Одену-ка я вот эту хуйдристику. Здесь, наверное, надо с кувырком. Ёпта. Блять, здравствуйте. Чё он тут один делал? Так, а время-то надо. Оп, наша Маша, давай, забираем. Было бы обломно сюда запрыгнуть и не успеть все скрысить. Уголь вражды. Спасибо, блядь. Но пика была в этом сундуке, это точно. Фимиам. И на какой хер я сюда пришел? Мать твою, быстро мне нахуй невидимые стены складом нарисовали. Да. Вот такое кидалово. Раньше сюда было залезть сложно, но был в этом смысл. Сейчас сюда залезть сложно и не нужно. Да пошла ты нахуй. Фантастическая несправедливость. Да ёпты, пошли нахуй, ёпты, лучники хуевы. Чего вы в гиганты не стреляете, тупорылые? Рассеивайте нахер все, я пошел отсюда. Да, говно, не воспоминания, их топтал я их, бля. А, это шедевр. А, ну, да. Вообще пиздато сделали. Просто молодцы. Было оружие в сундуке и нет оружия в сундуке. Отлично. Да. Ахуй. Я в шоке просто. Оставить такую херню, вот эту, куда залезть надо догадаться, как. Потом еще суметь как. И, блядь, там ничего не положили. Вообще ничего. За каким хером люди будут туда лазить? Ну, не знаю, может, магам очень нужны эти фимиамы. Я просто даже не ебу, что это такое. По-моему, это какая-то херня.
Так, опять души накопились. А в этих воспоминаниях я их что-то теряю как-то прямо на перегонки. Ой, кстати, может быть, надеюсь, какой-нибудь сет зеркального рыцаря уже можно. Сколько он весит, интересно. Это у меня деньги есть. А, сначала по правилам этой классной, гениальной, продуманной игры надо сначала у него купить кучу дерьма ненужного, чтобы он начал продавать стоящие вещи. Это, блядь, никуда не делось. По-моему, 1008 у него надо набрать, что ли? Или я хер его знает. Ну, давай вот этот комплект я у тебя куплю. Комплект из нахрен ненужного дерьма. Пошел в жопу. И через какой-то... Он даже не сразу. Он, по-моему, надо куда-то улететь, потом вернуться. И только тогда он начнет все это продавать. Мантия про вас. Жилетка пуст. А это как выглядит, если я одену? Оу! Хм. А жилетка пустынной волшебницы. Сися вышла погулять, да? А, хорошо. А ну-ка, если я той дури дам. Ну, теоретически. Говорю, что он только с сетами все одевает. Но я-то думаю, что можно обмануть систему хоть как-нибудь. Вот тебе шляпа фермера. Очень классная вещь. Рекомендую. Вот тебе вот это. Кожаные перчатки. Полого пехотинца. Пожалуйста, прошу. И набедренная повязка нагова. А? Сейчас она попозже переоденется. Я думаю, что я как раз еще на воспоминания слетаю, она уже... И все будут готовы. И тот будет продавать новые вещи, и это будет одето красиво. Так, что покачнуть? Может, адаптацию? Что она даст? Баланс какой-то. На, борода. Сила больше не дает здоровья. Оружие тоже. Урон перестало получать. Может быть, жизни. А, похеру. Пусть будет физическое. Блять, какого хуя? Ура! Обалдеть. Так, куда? А, опять туда же, просто к другому. Другому дереву надо подойти. Я где-то костер пропустил здесь? Где? А, там, на берегу, у башенки, наверное. Солнечный меч. О, мое ПВП-орудие. В Ковенанте добывает свой. Этот Ковенант тоже еще хер найдешь, где в него вступать. Спрятан, запрятан, блядь. Так, где еще есть? Здесь внизу, по-моему. Пейт куда-то... А, ну да. Пейт же уходит. Рубите. Чё они хотят с ним сделать, я не понимаю. А если кто не видел, что происходит, то главный герой подходит, касается дерева, как Есенин, присаживается, думает. И входит в воспоминания. А вот это в молодости тот чел с мечом зеленым. Видите, он надет в доспех Дранглика. Можно его замочить и забрать с него шлем. Драмонт. Или Драмонт. А, в Игре Престолов так корабли называли Драмонды. Скоро обрушатся гиганты, а до этого сейчас что сюда обрушилось? Тут просто все уже и так ушатано. А,
Я думаю, что если его убить здесь в воспоминаниях, нельзя будет его призывать на бой с Нашандрой. Я помню, он там призывается. А может это другой все-таки человек? Ай, подожди, у тебя жест можно выучить. По-моему, какой-то брутал. А, ура, пошел ты. Так, а здесь сейчас будут уже больше гигантов, это душа. Ой, ебать, нахер! Псих ебаный. Да какого хуя? Где аптечки? Что это, блядь, включено вообще? Ну-ка иди сюда, выпта. Куда пошел, хренослиный? Матч-реванш, сучка. По пальцам левой руки его задел. Так, он мне открыл вход, а если я не пойду, то здесь что? Клад. Какой клад? Огненная семя. Ну, конечно, блядь. Клад уровень... пираты, блять, просто не знаю. Давайте, ёпта. Подходите-ка. Ой, у него тоже джойстик, походу. Видите, как он мимо ударил? Я сейчас просто помолчу насчет того, что он меня тупо ваншотнул своей кувалдой. То в очередной раз возвращаемся к теме про доспехи, да, и о том, нахуя они нужны в этой игре. Да. Прикольно. Даже уже психовать не хочется, как-то уже. Уже абсолютное равнодушие наступает. А не сюда, ёпта, куда я вышел-то. Их там двое, причем второй гигант маг. Как их убивать? Чем? На. Феноменально, блять. Хотя, может, у меня не целые жизни были, может, мне кажется. Хрен его просышь, блин. Нет, смотрите, все-таки ваншотит. А, причем вместе с дверью ваншотит. Я подошел ее открыть, он шлеп. Как бы, я не знаю, я думаю, что этому разработчику нужно воздвигнуть памятник в виде, блядь, огромного гипсового хуя, блядь. Потому что, не знаю, мне кажется, они хуями думали, когда, блядь, вот такое делали, блядь. Игра, в принципе, хорошая, интересная, но местами такая хуйня, блядь. Просто, ну, доходит до какого-то, до, блядь, бреда уже, над которым смеяться-то уже сил нету, блядь. Они пиздят это дерево, блин, ну, может, это на что-то влияет. Блять, ваншот, просто ваншот на новой игре, блять. Ёбнуться. Вы понимаете, что вот у этого моба удар, блять, сильнее, чем у древнего дракона, который хвостом меня не мог убить с одного. Хе-хе-хей, куда нахуй собрался, блядь? Правда, правда круто. Да ты охуел, что ли? Арбалеты правят этой игрой.
Только джойстик все портит. Просто мимо нахуй стрелы упали к его ногам, бля. А теперь они просто, блядь, хуй забили на то, чтобы наносить урон. Не, логично так драться с мобами, которые тебя ваншотят, по-моему, да. Нахуя вообще к ним я буду подходить, если в этой игре есть луки, арбалеты и бесполезная сраная, блядь, ёбнутая вообще нахуй броня, блядь. Сделанная, видимо, из пластмассы и пенопласта, блядь. Ваты и козявок, нахуй. Жалко, что стрелы только быстро кончаются у этой малышки. А так их пиздить, милое дело. Так, ну и где вы спрятали эту ссаную, сраную, блядь, богом нахуй облеванную душу? Большая душа солдата. Угу. Я вообще про другую душу. Так, а мне бы лук, да, стрелы огненные. Вот теперь-то. Хули ты делаешь, отморозок? Хирана ему отвесила черепошить. А где еще луж-то горящий? А больше нету. Нахуй мне за лук. А. Ну, я думаю, надо первым ёбнуть этого, блядь, гиганта нахер. Пошла в жопу черепаха. Я представляю, со скольки ударов меня убьет вон та дура, бля, в юбочке. Если этот с одного, то тот, наверное, чисто одним замахом меня угандошит. Да, блядь. Орать умеет. У меня есть план Б. Пробегу-ка я просто мимо нахер. Это кто, блядь, сделал-то? Ёб твою мать. А, вон кто. Спасибо, что помогли мне войти сюда. Забирай, забирай нахуй смелость твоя. Пошел нахер. Какого хуя? Написал тут свою, блядь, хуйню, долбоеб какой-то. Где? Почему не забрать-то ничего? Нихуя его изъебашили просто. Я тебя нахуй рассеюсь, я тебя, блядь, рассеюсь. Блядь. Вон она там. Молодец, сломай все это говно, нахуй, оно тут нужно. Е-е-е. А этот с одного не убивает, блядь, вот почему? Вот почему такая, блядь, несправедливость в этой игре, я не понимаю там. Что обычные гиганты ебашат ваншоты, блять, а вот такие не ебашат ваншоты. Мне кажется, это очередная пачка багов, блять, Maiden тупорылый разработчик, блять, который, блядь, все нахуй перепутал, блядь. Ну-ка еще разан. Я не весь лут собрал. Сколько у меня, кстати, душ там накопилось? Я же никого в этот раз не убивал вроде. Должно быть до хера, наверное. 6000. Отлично. Тут, понимаете, а не успеть просто всех убить и все залутать. Что-то придется бросить. Куда попятился-то? Крепыш, блядь. Тихо, тихо, Тайсон хуев.
Блять, какого хуя герой к нему спиной развернулся? Не понимаю. Сейчас не ваншот. Но очень долго герой лежит и встает после. У него, наверное, не все удары ваншотные просто. Так, я там все собрал сверху. Сверху вроде все. Вот здесь вроде не все. А что это было, блядь? Называется как приманить черепаху, да? Черепаха это, походу, обычный солдат, просто очень, очень толстой броне, видимо, я не знаю. Что-то высокий какой-то больно. Так, эти ребята опять всех уделали. Но они тут вообще доминируют в этих воспоминаниях. Он харкает себе на руку и бросается. Но дальность-то у него ограничена, как я заметил. Только что. Как я заметил только что. И к нему еще должна быть где-то лесенка, я так понимаю. Как-то туда можно забраться. Ёб твою мать, еще один. Быстрее, пока они про меня не вспомнили, блядь. Нечто охуевшее, отлично. Где лестница? Как наверх? Как-то отсюда, что ли? А, еще дальше, господи. Ага. Нет, туда вообще не залезть. На совесть удел. Пошел в жопу. Где? Где? Сука, где лестница, блин? А они забыли, что ли, ее сделать? О, кстати. Это прикольно. Нет, это не прикольно. Он почему-то не нанес удар в падении. Да-да-да, пиздоферсом тебе. О, да, сука! Ха-ха! Блять, по-королевски. Чё тут было? Я тут в прошлый раз что-то оставил. Душа, факел. Ага. Главное, почему вот у этого гиганта есть душа, а у этого нету? Дерьмо какое-то, нихуя непонятно. Так, еще. Так, это третья. А, ну да, еще их не, блядь. Сучий король же. Змей, бля, вонючий. Тот-то, блядь, конкретный гигант. Тот всем, сука, гигантом гигант. Он такой гигантский, что вот эти гиганты вообще карлики по сравнению с ним. И, блядь, он нахуй непростой. У него замахи такие там. Не видно, куда он бьет. Постоянно. Падла. Надеюсь, что у него нету резиста от молнии. Так-то они какие-то то ли каменные, то ли деревянные, все хер поймешь. Срыгнул с дороги. Ой, что-то выпало, мило, ты как алебарда, балден. А пехотинец-то одноразовый. Бесит меня вот эта хуйня.
Какой Фарлон? Ты кто такой? Что за Фарлон? По-моему, я тебя уже сбил где-то, нет? Что за знакомая? Фарлон. Ой, ударчики-то у тебя... Только деткам по попкам шлепать. Темный дух. Да и не темный дух, это сучий потрох. Бесит меня вот эта тема, что надо, блядь, кольцо это ссаное одевать, блядь, снимать, еще и не то кольцо. Начинаешь забывать, какое кольцо ты снял, чтобы надеть это. Тупизна, блядь. Вообще ненужная процедура, могли бы просто мой инвентарь сканировать и все. Ну давайте, ёб твою медь, наконец-то. О, кстати. Верните Эстус на базу. Поражение. И тогда что было написано? Тишина? Вот здесь на самом деле куча мерцающего титанита, насколько я помню. Ароматная ветвь вместо третьего. А что это я вот того товарища не залутал? Понятно. О боже. Там бежит черепаха. Бежит, 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 бежит. Торопится, торопится. Блять, обломно быть черепахой. Как она хотела меня отмудохать своей булавой, видели? Медвежонок такой, блядь, топает. Так, итак. Ну, сразу видно, кстати, какой гигант из них главный, потому что вокруг этого летают какие-то светлячки и звучит как какой-то серебряный перезвон. Типа, вот мы пометили, что какой тут нужный. А, вот он как входит в пень, да. Как в звездных вратах, только в дерево. Это, о, блядь, кого-то тут призывать теперь можно. Капитан Драмонт. Здравствуйте. Какое чудо, что я с ним поговорил и не убил. Раньше тут никакого ни Драмонда не было, ни Дармоеда. Один дерешься. Сука, с этой падлой. Опа, блядь. Сразу нахуй по жопе, блядь, из катапульты. Ой, блядь, снеси его, господи. Отлично. До свидания, лохопед. И вот он, король. Повелитель гигантов. Но это видно, потому что он в короне. Я думаю, тут других гигантов, носящих корону, нету. Его юбка представляет из себя солому, по-моему, да? Или что-то... Шерсть, наверное. Может, у него ноги волосатые или смудей, столько волос свисает. Он воткнул меч просто рядом, он даже по мне бить не стал. Воткнул меч рядом, и я уже чуть не сдох. Вот такой волшебный босс. Вот так он умеет делать. Так, топ ножкой. А я ему хуяк по яичкам. И херак сзади сухожилие подрезал, но он бы тут... Тут бы ему уже и на коленки встать. Однако нет. Блять, ну какого хуя? Я думаю, самое безопасное место это вцепиться ему, бля, в яйца и висеть на них. Во все остальные места он попадает. По-моему, самое оптимальное это просто его по-быстрому залупасить. Без всякой тактики. Своим двуручным мечом. Когда есть хороший дрын, тогда этот босс простой. Когда дрына нет,
Ну, тогда ничего. Это, а вот рот гиганта. Вот этот, наверное, рот гиганта, который я ему шатал. Он, наверное, открывает ту пещеру. Да, народу тут сдохло. Просто, блядь, сраная, сука, куча. Посмотрите. Вот они, призрачные воины. Вам бы толпой на него навалиться. Атя-тя, сука. Что ж такое-то? Кто там обстреливает? Я уже все, зачистил. Старый лучистый самоцвет, блядь. Я думал, может, у этого с фиолетовой рукой можно, как обычно, забрать душу. Лежит душа, нельзя скушать. Так, тут нихера. Чё? Торговец. Какой нахуй торговец? Торговец с деревянными членами. А, душа гиганта-то вот у этого чувачка была, а не у того. Странно, что не из короля гигантов душу надо было добыть. Ну что, сколько у меня их теперь стало? 4. Все-таки, сука, 4. Блин. Это значит, что придется тех двух молодцов отпедрюкать. Вот куда я вначале не мог залезть, вот и распизделся на разработчика, на то, что они ключ спрятали. Я уверен, что кто-нибудь... Есть такие люди, которые серию не смотрят и попутно строчат комментарии, кстати, я заметил. Это они что-нибудь услышат, давай коммент писать. Несмотря на то, что в конце серии я там, допустим, уже сам разобрался. Туда не пройти. Жаль, там что-то было интересное. Так, а как выйти-то отсюда нахер? Туман рассеивается, туман... Чё туман не рассеивается, а? А, так надо же к тому гиганту было, у которого я душу забрал, еще раз на него нажать. Чё, зато я здесь нашел очередной ненужный лут. Сколько моря, сколько трупов, сколько крови, ой. Кошмар. Еще один снаряд из катапульты, и я спущусь вниз и разхерачу вашу артиллерию. Все, уходим. Повезло, повезло, что... Ну, на новой игре плюс, конечно, этот босс меня... Сколько? Ну, раз так... Раз так, наверное, 10 убил. Может, поменьше. Очень злобная тварь, но только на новой игре плюс. Ну, а то, что эта тварь злобная, видно по тому количеству душ, которые за него дали. Дали за него очень много, кстати. Где-то тысяч, наверное, 70. За слабого босса столько не дают. Тут проблема в основном в том, что его не видно, что он там делает сверху. Что фокусирую, не фокусирую. Никогда непонятно, куда он там замахивается или крутанется сейчас вокруг своей оси. Может, с вертушки втащит. Да, проклятый, проклятый. Хватит меня так называть. Да, что не прокачаю, уже ничего не радует. Все, без толку. А может, интеллект? БНС бонус. 4. И силу могу, да, на 4. Ну пусть у меня будет 60 сил, похеру. Так у меня было в последний раз, когда я на новой игре плюс играл. Кстати, какой у меня левел уже? 142, капец. Да, что-то много. Много тут давать стали. Раньше такого не было. Раньше жадничали. А я, кстати, не помню, говорил ли я или нет. По-моему, здесь эта баба стоит. Или раньше стояла, по крайней мере. Которая там Лукатиэль из Миры. Здесь, по-моему, с ней надо было потрещать. Пошла в жопу. Пошла в жопу. Блять. Давай, рубки рей. Да ёб твою мать. Да ладно, я должен был этот червя рубануть одним ударом просто. У основания его отрубить. Ой, блядь. Ой, робкого Рэя что, сдуло, что ли? Рэй! О боже, Рэй! Нет, он жив. Он так бы сам туда не спустился, так ему червяк помог, и теперь он поможет мне убить этих проклятых гигантов. Заперто.
Какого хуя тут заперто, блядь? Какого ху... Сейчас, подождите, у меня копится сейчас как бомбанет. Чё за, блядь, рот гиганта? Где этот рот гиганта, ёбаный? Ключ Ленигастра, чё? Угу. Солдатский ключ, так, ключ от тюрьмы в роще охотника. Ага. Открывает железную дверь. Допустим, ключ от Брайтстоун. Угу. Я не знаю, что он там делает. Королевского прохода в задницу, да. Старый ключ, очень старый ключ, это из помойки. Ключ клык. Не ебу, что это. Ключ Алди. Рот гигант открывает проход в тронный зал под замком. Ага. Я думал, там символ короля проход открывает. Так. Ёб твою мать. Да. Тут лежит труп засушенный, без лута. И ничего нету. Может, еще ниже можно, а? Ах, вот оно что. Я забыл. Рэй, за мной. А-а-а, увидел, блядь, кто там живет. Видели, как по съебам двинул? Так, тут, конечно, да. Тут, конечно, надо, блядь. Нужен конструктивный подход, я бы сказал. Потому что жопа здесь полная. Да ну нахуй. А, их тут трое теперь. Вот так вот. Усилили игру, да? Ключ требуется впереди. А какой ключ-то? Оп, 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 оп. Па-п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 а. Кто с доброй сказкой входит в дом? Чё тут лежит? Не помню, что тут сундук был. А, кольцо гигантов плюс один на камешек у Зеркова. Кольцо гигантов плюс один. Звучит как что-то, блядь, просто ядерное. Ну-ка. Заткнитесь там, ублюдки. Сейчас, сейчас я вами займусь. Это не кольцо гигантов, это не кольцо гигантов, это не кольцо гигантов. И это тоже. И это. Может, это, блядь, анальное кольцо гигантов? Я просто что-то не вижу никакого кольца гигантов. Чё за нахер? Где, блядь, кольцо гигантов? Я, может, глаза ебусь, но только что написали кольцо гигантов. Грома, тьмы, укусы, связи, шпраха, рассеивание, клинков. А, вот оно, кольцо гигантов. Увеличит баланс. Ёб твою мать. Да нахуй надо. Но раньше, на самом начале игры, блин, из бегемота падало. Так, и свет тут негде зажечь, да? Да, вы видите, да, чем... Почему здесь херово драться? С тремя-то сразу, сука, не сладишь-то вообще ни при каких нахуй обстоятельствах. Буду целиться в дубину. Ее хоть немножко видно. Ой, а сколько у меня этих клинков-то отравленных, кстати. Одного еще травануть можно, наверное. Уже нет. Хотя еще, возможно, да. Ну покажись ты, блядь. Они постоянно меняются там, чтобы я не травил одного и того же. Умные твари. Сейчас, сейчас что-нибудь придумаю. У меня, наверное, бомбы какие-нибудь есть. Есть. Так, как насчет бомбы, которая...
взрывается и наносит урон тьмой. Потрясающе. Вот бомбы в этой игре, блядь, выше, блядь, всяких похвал. Такое охуенное оружие, что, блядь, просто зашкаливает. Сто тринадцать, батюшки-сратюшки. Да. Да-да, задача выполнена. Рэй, ты такой мудак. Бесполезный ублюдок. Что, дали душу гигантов? Нет. Наверное, надо всех троих обязательно отшпиндохорить. Где еще один-то? Меня напрягает, что я его не вижу. Вот чтобы здесь был один и сильный, чем, блядь, трое, нахуй. Чем трое сильных. Хотел сказать, ватных. Я что-то с ними не дерусь тогда, да? А вот что. Ну почему, 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 почему? Ой, блядь. В принципе, не такие уж они крутые, но здесь темно, блядь, как в жопе. Даже цель не захватывается. А гиганты-то, походу, слепые. Меня-то почему-то не видят. Забытый ключ. А, так, так, так. И забытый ключ открывает то, что там чуть-чуть повыше, да, у меня над головой, значит, и... Что нелогично, значит, мне надо наверх, потом снова слезть. Или как? А, ну да. И там еще лут в вазочке, да? Ну нахуй. Ваш лут в вазочке. Интересно же, что там лежит, боже мой. Все, блядь, отлично. Серебряный талисман. Да пошла ты нахуй. Ага. Дерьмо кусок. Просто эти прыжки в этой игре, они меня, блядь, вымораживают. Вот конкретно вымораживают. Какого хуя? Господи, это даже, блядь, прыжком-то хуй назовешь, блядь. Попытка, блядь, пингвина взлететь нахуй. Да, 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 я знаю, что... А, я знаю, здесь червяк тебя может вниз протолкнуть. Вот как, наверное, нашли то, что там спрятано. Я не верю, что потому что это можно найти иначе как, блядь, как случайно. Так сюда прыгать или куда? Нихуя не вижу. Где надписи эти ебучие? Ура! Забытый ключ. Вива Лас-Вегас, мать его. Мой запас этих светлячков тает. А, блядь, старая мудила. Ура, я в Ковенанте, да? Перстень бездны. Нет, она меня не бонит, мне на нее похуй, я знаю, что там. Там моей попе сделают больно. Без вазелина.
Только не говорите, что они ожили, а? А хули ж не ожить-то? Ой, блядь, а сколько же там душ? А куда же везет эта клетка? Вопросы, вопросы, вопросы. Давайте посмотрим сначала, сколько, куда везет эта клетка, а потом я заберу свои души и юзну телепорт. Понятно. Очень-очень впечатляет. Спасибо, но нет. Если бы я знал, я бы тогда даже назад прыгать не попытался. А теперь... Верните ко мне мою добычу, твари! Да. Все, манал я. Хватит с меня на эту серию. Так что в следующей серии пойду испытаю свой кнут на сраке короля. И обязательно не пропустите, походу будет что-то ржачное. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и адьё.